В сети появилось интересное и забавное видео, на котором собака доставляет в полицейский участок маленькую обезьянку. Этот ролик увидели практически во всем мире. Собаку с обезьянкой заметили в городе Рели индийского штата Мадхья-Прадеш. Пес уверенно шел вперед, а на его спине восседал маленький детеныш. Эту картину увидели полицейские, к которым собака в итоге пришла. Она словно знала, что нужно добраться именно до полицейского участка, чтобы доставить туда своего подопечного. На шее обезьянки обнаружили поврежденный ошейник. Это указывало на то, что детеныш жил с людьми. Но потом он мог быть украденным злоумышленниками, потеряться во время прогулки или просто убежать из дома, достоверная версия случившегося неизвестна. Неравнодушный, умный пес, по всей видимости, нашел обезьянку на берегу озера. Детеныш там был совершенно один, никто из людей не пытался ему помочь. Но собака проявила сострадание и смекалку. Она пустила малыша на свою спину и устремилась к тем, кто им поможет.